друзья, всем большой привет! Сегодня у нас будет небольшой с вами влог. Я сейчас допью кофе со своей марципановой шоколадкой. Почему-то у меня сегодня нет аппетита, но я понимаю, что мне нужна энергия, поэтому съем парочку кусочков. Вообще, последние дни у меня совершенно нет аппетита. Сниму вам видео, потому что я вчера вам его записала, потом стала монтировать, и оказалось, что дорожка со звуком, ее просто нет. Короче, сел микрофон во время записи. Это полная фиаско, и когда это происходит, просто ты думаешь, да черт возьми. Короче, ничего, сейчас вам его перезапишу, все будет хорошо. Рассказывайте, как у вас дела и чем вы занимаетесь на карантине. Скоро, я так понимаю, все уже выходят работать, по крайней мере, я выхожу с 1 июня на работу. Может быть, вы смотрите это как раз 1 июня, в понедельник это видео, потому что я записываю его в субботу. Если это видео вышло 1 июня, то я поздравляю вас с началом лета. Я желаю вам всего самого светлого и крутого этим летом. Пусть все мечты сбываются, пусть у вас будет много энергии и сил. Себе я желаю в том числе того же самого. Надеюсь, что у нас будет с вами много интересных влогов, поездок. По крайней мере, понятно, что не за границу, но в Петербурге тоже есть много интересных мест, и мне есть что вам показать. Будем с вами дальше работать и стараться. И, кстати, у меня на канале стукнуло 6000 подписчиков, и я просто хочу сказать каждому из вас большое спасибо. Я до сих пор это говорю, мне даже не верится, потому что я первую 1000 подписчиков собирала больше года, и для меня это что-то значило. То есть тогда очень сильное значение имело для меня. И сейчас, когда набежало уже 6000 вас, это очень приятно, я надеюсь, что вам действительно нравятся мои видео. Всегда вам говорю о том, чтобы вы писали о своих идеях, что вы хотите видеть. Я все это фиксирую, записываю и буду снимать в дальнейшем. Просто мне нужно тоже время на это. Сейчас я планирую выпускать где-то 2 ролика в неделю, прям стабильно. И если будет получаться, то, естественно, это число будет только расти. Как-то я странно завила челку, ну ладно, надеюсь, ничего страшного. В общем, сейчас я допью кофе, пойду сниму вам видео, и мы, возможно, с вами прогуляемся в магазин за ягодами, фруктами, овощами, потому что я уже все слопала, и у меня нет аппетита, и надо себя как-то раззадорить. Знаете, я вам уже рассказывала, наверное, что неделю просидела на интервальном голодании, на второй неделе я решила ослабить контроль и хотя бы что-то на ночь съедать. И вот с тех пор у меня начались какие-то проблемы с аппетитом. Не знаю, что делать, но я даже хочу что-то съесть. Я постоянно подхожу к холодильнику, думаю, что мне съесть. И ведь все есть. И сладкое, и соленое, и вкусное, и невкусное. Все абсолютно есть. А аппетита нет. В итоге я сейчас хотя бы дольку шоколада съем, чтобы мозги активировать, чтобы они заработали. Потому что, ну, такое. Кстати, вчера посмотрела фильм «Лобстер». Но вчера мне очень хотелось такого жесткого артхауса, прям очень. Если вы смотрели, напишите, понравился вам или нет, потому что я даже не знаю, как оценивать такое кино. То есть я вообще готова на любые эксперименты, в принципе, в кино, и мне нравятся сложные фильмы, тяжелые фильмы, но я не буду советовать их всем, потому что не все под них заточены, и кому-то это может очень сильно не понравиться. Сняла я вам видео с фаворитами, я думаю, оно уже на канале, поэтому вы можете его посмотреть. И сейчас я вам еще хочу кое-что показать, что я купила. Хочу вам показать книгу, которая мне пришла, по-моему, вчера. Это книга Жанны Дамас и Лоран Бастит. Я вот думала, что эта книга только Жанны Дамас. Вы мне сказали, что ее уже перевели. Издательство «Миф» уже ее перевело. И вот она, наконец, мне пришла. Я безумно рада. Уже не могу дождаться, когда я начну ее читать. Может быть, даже сегодня. Я обожаю Жанну Дамас. Я обожаю их стиль. Вот этот вот парижский, французский. Это просто чистый кайф. Кто читал, напишите, как вам понравилось или нет. Я безумно рада переводу. Но я думала, что будет другая обложка. Это какой-то прям девчачий дневник розовый. Она в оригинале, по-моему, другая. В общем, ничего страшного, надеюсь, содержание меня не разочарует. И вот здесь у меня товарищи с фаворитов лежат. Я вам их показывала в видео. Сегодня суббота. Сегодня очень много дел. Я делала основные дела по работе, и мне нужно сделать основные дела по дому. Домашнее хозяйство просто какое-то. Нет, просто у меня запущена квартира из-за того, что у меня много дел, я ничего не успеваю. И нужно начать разбор туалетного столика. Гардероб, кухню, в общем, очень много дел. Пишите, чем вы занимаетесь в свой выходной, потому что у меня выходной рабочий какой-то получается, но ничего страшного. И попозже пойдем с вами обязательно на улицу. Я сейчас смотрю в окно, и там уже цветочки, все зеленое, господи. Я так хочу жить там, где будет вечное лето. Вот серьезно, я очень люблю зиму. Кстати, я сразу скажу и оговорюсь, я тот человек, который реально любит зиму. То есть, ну, прям вот по-настоящему. И без зимы я тоже не смогу. Но вот когда наступает лето, я выхожу на улицу, это просто. Ты готов забрать все свои слова обратно о том, что ты любишь зиму на самом деле. Посмотрим, куда нас занесет с вами жизнь. Может быть, что-то и получится. И, конечно, моя мечта — это Париж. Просто.
Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас открыла ноутбук. Хочу скинуть все файлы, которые я сняла, потому что у меня какие-то проблемы порой бывают с ними. И еще я охочусь за одними босоножками с Asos, и мне все никак их не поймать. Он только мне выдает уведомление, что они появились в наличии, как тут же закрывает все и говорит, все, нет, ничего нет опять. Я уже хочу зайти с компьютера, посмотреть, что там происходит, и пообновлять страницу, потому что я не успеваю. Какие-то одержимые все этими босоножками. Я в том числе, поэтому что я тут говорю. Поняла, что нужно покушать, а потом уже продолжить убираться, иначе я вообще ничего не смогу сделать. Сейчас открою балкончик, потому что там классный воздух. Поэтому всем, кто будет сейчас лопать, приятного аппетита. Я хочу сделать курочку жареную. Я, знаете, на что подсела? Наверное, это не очень классно показывать блогеру такие вещи, да? Листы для жарки специально для курицы. Они раскрываются такой книжечкой, вы туда кладете кусочек филе и жарите. Это очень вкусно, оказалось очень просто. Я уже неделю всю лопаю курицу. И постоянно хочется еще и еще. Ну, то есть очень вкусно и просто. И с помидорками. Поэтому всем приятного аппетита, кто будет лопать. Смотрите, как это просто. Там куриное филе, которое я отбила, и оно вот в таких вот листиках. Это очень круто, удобно, быстро, поэтому попробуйте. Поэтому я прям в восторге. Я решила переодеть все же свои белые одеяния, а то я сейчас этой курицей все измажу. И я вам только сказала, что я не могу заказать босоножки. И я их заказала, они появились, и я успела их добавить. Это удивительно. Там осталась одна штука, и так и написано в корзине, что в наличии одна штучка. Я так рада, что они скоро придут. Еще я заказала себе топы и футболочку «Секс в большом городе», мужская, в лиловом цвете. Я ее очень давно хотела, но, знаете, было как-то так, не к месту всегда. И тут 50%, и мне как раз для бесплатной доставки не хватало суммы в корзине. И еще я использовала какой-то промокод. И 20% получила. Короче, скидка получилась на заказ 2000 рублей, чему я очень рада. Кстати, вот эти топы с Алиэкспресса, я на них тоже подсела. Хочу себе еще заказать, но я предупреждаю, что в белом цвете вообще никакой не вариант. Самый мой любимый — это оливковый цвет, ну, из этих топов. И черный, он такой универсальный, знаете, ничего. Но в белом цвете не берите, потому что там чашки просвечивают, и вообще все, что можно и нельзя просвечивать, поэтому он не очень. Но за 200 рублей это, знаете, неплохо. Еще у меня вот высыпание, не буду акцентировать на этом сильного внимания, но после того, как я вот эти все украшения с Алиэкспресса использую на себе, у меня вот такая вот реакция. Поэтому, ну, я тоже вам об этом, кажется, говорила уже, поэтому будьте аккуратны с этим. Примерно так выглядит мой обед, только я сейчас еще, наверное, помидоров себе добавлю, потому что они очень легкие и быстро съедаются. Мне этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым, сытым человеком. И главное, что у меня нет ощущения, что я чего-то себя лишаю, вот когда я так питаюсь. Наконец-то я собралась в магазин. Сейчас пойдем с вами за продуктами, за ягодами. Я хочу сделать... Увидела рецепт в Инстаграме у 12 Stores. Они там печеньки с кремом делают. Короче, мы с вами тоже сделаем такую штуку. Беру с собой свою любимую сумку Париж, о которой я вам говорила. Я теперь с ней только в магазин и хожу. Поэтому все, пойдемте. Товарищи, я так подумала, вообще-то на улице мы все носим масочки и перчаточки. И очки я не возьму, потому что я вообще в пространстве, мне кажется, потеряюсь. Мне вот с этим намордником вообще ничего не видно. Я иду по улице вот так вот, как сумасшедшая. Поэтому очки отменяются. Но ничего. Я потом вам их обязательно в распаковочке покажу. В каких-нибудь интересных образах. Смотрите, как красиво. Они еще будут распускаться. Вот эти вот еще не распустились. И в маске ходим по кругу яблони. Друзья, не знаю, слышно меня или нет сейчас. Я сейчас первый раз иду в маске, собственно, весной. Снимаю влог. И здесь товарищи какие-то спускают воздушного змея, поэтому я смотрю наверх. У нас так зелено и так круто, я просто даже не верю. Вот я не знаю, вам слышно меня, надеюсь, или нет. Вы меня просили рассказать про интервальное голодание. Посчитайте, какой у меня интервал. Я заканчиваю кушать в 5,
и завтракаю в 9 или в 10. Вот мой интервал. И за первую неделю у меня ушло где-то 2 килограмма. И потом я сделала паузу. Сейчас я опять сажусь на интервалку. Поэтому можете посчитать и даже сами мне сказать. Так, а куда мне идти? Интересно. Это настолько странно, да, в кустах, но в маске. А что делать? Еще хотела сказать, насколько круто, что я купила эту камеру, потому что это прям очень удобно. У меня много памяти на карте, всегда есть место, потому что на телефоне не представляю реальным снимать совершенно. И вот то, что я купила эту камеру, это одно из лучших решений было. Уже отвечала, это Canon G7X Mark III, третья модель. Вот. Она мне очень нравится, Может быть, потом я уже куплю себе какую-то, знаете, супер-про. Но пока что нет. Вот я сейчас буду жмуриться, как китаец. Ну ничего. Я уже подхожу к магазину, и, боже, как хорошо, что здесь мало машин. На парковке. Это значит, что мало людей. И знаете, я в последние дни стала какая-то очень энергичная, и я думаю, это связано с тем, во-первых, либо потому, что солнышко теперь выглянуло, либо потому, что я стала принимать витамин С. Я не знаю. Мне сейчас еще врач прописал витамин D, но я не знаю. Я читала много очень негативных отзывов, но мне именно по женскому здоровью выписали витамин D. Напишите тоже, что вы знаете об этом, что вы об этом думаете. Вот. Будет очень интересно почитать. Но вот благодаря витамину С у меня реальное ощущение, что я стала какая-то более энергичная. Это просто мой рай. Ягоды, травяной чай, сметана. Ну вот мы с вами сделаем тортик. Ну и любимые шоколадки, конечно же. Фуф, я наконец дома. Только я не могу спокойно сходить за продуктами в продуктовый. Мне обязательно нужно купить что-то для дома. Это поднос. Здесь написано «Gourmet de Paris». Что-то такое. Французское, красивое, прикольное. Я не удержалась. Он был на распродаже 300 рублей. Купили. Здесь ягоды, сметана для тортика и печеньки. Мы сейчас с вами все это в форму выложим. Здесь много ягодок. Сначала мы достаем форму и смазываем вот здесь вот сметанкой. Теперь кладем сюда печеньки. Я купила шоколадные печеньки Любятово. Не знаю, какие были. У меня коричневый сахар, тростниковый точнее, да? Давайте немножко все же добавим. Попробовала, она достаточно кислая, такая прям. Интересно, что это будет, да? Выглядит, конечно, на фото красиво. Сметана. Заливаем. Во всяком случае, попробуем. Опять же, выглядит красиво, и все вроде бы как в восторге от простых рецептов. Я на самом деле тоже люблю очень простые рецепты, которые не требуют какой-то там запары. Хотя я люблю очень готовить, для меня это тоже не проблема, если даже сложный рецепт. Может, будем с вами готовить по выходным что-то. Я так хочу чипсы второй день, что решила пожарить картошку вместо чипсов. Я знаю, что это как бы вредно и не очень полезно, но это лучше, чем упаковка чипсов. Всем доброе утро. Вот тортик уже настоялся вроде как. Видите, здесь пропитка уже пошла. Но честно, я попробовала кусочек, замазала его сметаной, правда. А, мне не очень понравилось. Я вообще не поняла, что это за история такая сметанная. Это не тортик, это... не знаю. Делайте на свой страх и риск, если будете делать. Или делайте, знаете, половиночку, чтобы попробовать. Ну, конечно, выглядит красиво, но по факту это как-то такое себе. Сейчас положила себе кусочек.
попробую с кофе. Только села пить кофе, и еще я ем сырок с клубникой. Я вообще их не ем, мне их нельзя есть, потому что у меня аллергия, вы знаете, но раз где-то в 4-5 месяцев я себе позволяю хотя бы разочек оторваться и скушать, потому что очень хочется, видимо, организм требует. И пью кофе, потому что мне монтировать видео, наверное, до, не знаю, до 4 утра у Бека. Я села пить кофе, и он окончательно у меня весь высыпался. Очень дорогая вещь, которой больше у меня нет, по сути. Потому что я пыталась набирать эти крапинки на кисть, и они даже не набираются. Сейчас вот опять. Мне что-то не везет в последнее время на эти вещи. Давайте попробуем. Не, ну что-то, конечно, есть, но... Но я так не буду каждый раз, наверное, с ним мучиться, но он безумно красивый. У него такое свечение. Я ни у одного хайлайтера такого свечения не встречала. Хочу еще попробовать от Chanel. Напишите, если у вас есть, как он вообще работает. Но у него, наверное, такое деликатное, прям совсем деликатное свечение. Но мне хочется вот чего-то, как у Бекки. Он прям, смотрите, как красиво подсвечивает. Знаете, одну тему касаемо брендов, брендов одежды, каких-то публичных личностей. Мне очень нравится, когда любые бренды или какие-то звезды, они достаточно смелые и проявляют смелость. Например, я недавно проезжала в какой-то ресторан, и у них, я уже не помню даже конкретно, в чем там было дело, но суть в том, что для их брендинга, да, для их стиля это достаточно было смело сделать. И они это сделали. Это связано вот с данной ситуацией в мире. То ли у них доставка какая-то особая была, то ли какие-то они условия поставили. В общем, это было достаточно смело. Я к тому это говорю, что многие бренды сейчас отмалчиваются, многие бренды никак себя не проявляют и боятся шаг влево, шаг вправо сделать, что-то сказать по этому поводу, какими-то, не знаю, не такими показаться. Это не очень хорошо. Я вообще люблю смелость во всем, потому что я сама к этому стремлюсь. Я сама очень робкий человек, и во многом мне нужна... Нужен какой-то толчок, но часто меня вот эта робкость в себе, она меня злит, и я делаю что-то такое максимально нетипичное для себя. Как, например, я очень стеснительная, я завела канал, хотя для меня это дикий стресс. Сейчас уже лучше, но тем не менее. И, в общем, я хотела бы, чтобы бренды не стеснялись и не боялись показывать себя с каких-то не тех сторон, потому что, например, недавно у Christian Dior, у них вышла публикация, как просто обычные швеи, они шьют дома, там какой-то дядечка, в общем, он сидел, что-то шил на кухне, вот, на абсолютно обычной кухне, то есть какой там Christian Dior, ты бы никогда не подумал, если бы этого не увидел. И несмотря на то, что у них такие посты с историей, какие-нибудь красивые платья, модели, все на высшем уровне, это Christian Dior, но у них также вышел пост с совершенно обычными людьми, которые работают в этом бренде, и они не побоялись показать их, не знаю, с какой-то некрасивой стороны, то есть я не говорю, что это некрасиво, просто, ну, нет той эстетики, да, к которой мы привыкли от Christian Dior, но это настолько человечно было, это настолько ты этим проникаешься, и я к тому, что если бы у меня был свой бренд, мне бы очень хотелось как раз вот эту смелость, вот эту свободу проявлять, человечность, и не бояться показаться каким-то не таким, потому что зачастую людям как раз и нужна вот эта простота, свобода в действиях, и когда ты от любимых брендов или от каких-то публичных личностей, звезд, ты видишь такие жесты максимально человечные, то есть без пафоса, да, без какого-то, не знаю. В общем, когда люди и бренды не боятся показаться не такими, все люди и все компании состоят из людей, когда мы сплочаемся друг с дружкой, и это выглядит органично, то есть мне не нравится, когда это делают чрезмерно как-то экстравагантно, либо так, что люди просто шок испытывают, когда видят какие-то, да, события, фотографии или тексты, которые бренды пишут, а когда они показывают, наоборот, себя с максимально такой ранимой стороны, ну, человечной стороны, это выглядит очень, не знаю, мне это нравится. Напишите, что вы думаете об этом. Нравится ли вам, когда ваш любимый бренд или какие-то публичные знаменитости, публичные люди, когда они показывают себя с более человечной стороны, с более простой, то есть с такой стороны, к которой мы не привыкли, но которая идет, но которая должна являться нашей главной, наверное, составляющей, это человечность и такая вот
где-то даже ранимости. Как я уже сказала, сегодня буду до ночи монтировать, потому что у меня куча интересных, ну как интересных, сложных видео. Сложные, интересные, для меня неинтересные, здесь для вас будут тоже интересными. Еще когда я на той неделе сидела на интервальном голодании, взяла клетчатку, ее я вам тоже рекомендую. Это к слову.